Куда вы зашли, подождите? Вниз садись. А в какую? Куда вы именно зашли? А, вот дверь нашел. Какую-то. Нет, что-то не то, это куда-то я не туда зашел. Простите, лета. Так, я вижу тут. Я вас не вижу именно. То есть вы где-то у меня внизу, но где вход именно? Я не очень помню. Сейчас. А, все-таки я, значит, правильно пошел. А, господи, я тут этот проход не увидел. Мне знаешь, что интересно? А я могу сделать вот так вот. Что будет сейчас? Подождите. А, я хотел бы смотреть. Да, да, да. Да. Да, я понял. Ты еще такой прикольный скрыт. Ваня такой, солнышко, прям бог такой летает. Так все, мы что ли поговорили? А, нет. Так вот здесь. Вот, карту надо следовать, то есть. Пособираю все. Да. Так, слушай, я видел, знаешь, какой баг, короче? Чувак плавал под асфальтом. И он как бы... И он подходил к врагам. И при этом... вон, то есть нам сейчас надо наверх ломать всякие эти... Да, да, то есть нам сейчас надо, чтобы открыть вот двери... Вождение, там сразу говорил. Мы сейчас должны что-то сломать. Ну, я пошел где, где сотка. Там, где мы сражались. Каким образом? 9 минут. А, это с другой стороны. Не сломать, у меня вопрос. Каким фантазия? Офигеть! Ага! Чего? Иду. Ой, это я здесь. Вот. Меня заметил. Да он еще у меня так быстро бегает. Ой, я сломал свою! Ой, а чё это он упал? Приуныл, бедолага. Куда смотришь, упырок? Все. Нет, не все. Живот, отойди-ка. Мимо. Или я попал все-таки? Короче, вот, вот в эту штуку надо стрелять. А, стреляла, куда, блин? Ты готов меня тэпнулся? Я все еще летаю, да? Да, просто как бы бегу, и он
Через меня вообще. Подъем на второй этаж, вот, сундук. Отлично. Теперь давление взойдет до небес. Да, таких несколько просто. Я уже вот, то есть, три сломали. Да. Не, а вот там. А, это другое задание. Так, где тут выход теперь? Погоди. А я говорю, я вот зашел в эту штуку, да? Я уже на всякий случай взял ракетницу. Думаю, сейчас от, как откроется. А что, она на этом сидит? Или так? Да, я тоже думаю. Да. Что-то они глубоко зарылись. Что-то как-то здесь глубоко. Нихера себе. What the hell, сказала. Они тут их штампуют. Да, я вот когда первый удар пошел ломать, там прям уже наштампованных до хренища было. Типа. Добраться до центра управления. И, кстати, один терминатор. Да, здесь есть терминатор. Ой, бля. Два терминатора, три терминатора. Бля! Да ёпки, почему я все время хочу проводить лишнюю, блядь? А, они... Они без брони, да. Вон еще. Ай. Офигеть, я ушел на таком прополях хапай. Да, гранатомет, это нормально. Да, он еще не добитый. Теперь все. Жизнь еще не взрывается под самый конец. Вон нам дальше туда, до самого конца дойти. Да, типа, иди еще один. Еще кто-то есть, да. Ладно, видимо. Ничего тут. Идете? Да, у меня тут дверь пустая. Ты опять тряпнулся у меня. Тот, которого мы в первую очередь встретили. Мы, походу, начали, знаешь, с какого момента? С пятой части, то есть с последней. Ну, тут, то есть, я так понял, здесь 5 терминаторов, по сути, на руке, с самого начала. Вот это 5. А, кто мне тут жопу перекрыл? Бежим! Твою мать! Черт!
А, у меня легкое ранение. Там альт зажимаешь, можно бить. Да, не, у меня это вот. Перенастроено это даже. Лечусь. Он самое приятное, что он реально тяжелый. То есть, ну, как... Видно, что это, значит, это не босс, которому просто один раз голову ударил. Что? Да вы что, за спиной, блядь? Ну они слабые, да. Это мелкие. Да, я сейчас умру. Меня за спиной два. Меня убили. Да, это голову, но у меня жестко. Беги! Я не видел. Сзади зашли просто, и меня в спину настреляли. Блять, ну ладно. Ааа, капец. Да, то есть, видимо, когда стадия какая-то проходит, он начинает. Ну, кстати, вот реально? Говорит. О, нас здесь же ставили. Бах, нахрен. Сразу в меня. Еще одну стреляю. Да. Сейчас должен уже эти подойти. Да, они вон они уже. Идут, да? Да. Okay. Так, с одного я грохну. Ага, я... Да, нормально, я сейчас пока подниму. Подъем! Рано отдыхать. Голову бью. Мне нужно, чтобы голову развернулся. Я ему просто в спину накидываю. Да, в спину накидываю, полез. О, легкое ранение еще получилось. Так, все, минус один. Ааа, блять, опять накидал. Давай, он на меня показал. О, черт! Нормально, он стоит, смотрит что-то. В мою сторону. Че, он вас потерял, что ли? Неожиданно. Сейчас, сейчас, подожди, у меня ранение. Нормально уже поднимает. А-а-а! Зачем ты залез вот там? Случайно. Ну, у меня хоть и ранения нет. Похилиться, похилиться, пожалуйста, пожалуйста, может похилиться. Все, да. Я просто сейчас зарядил этот мощный... У меня, короче, это сна... Это... Сейчас ноги ему в морду. Нет? I'll be back. Что не дождусь? О-о-о! Дверьми! I'll be back. Нет, это другой звук. Ну, другой голос. Блин, с него там выпал. А, блин, ты у меня так застрял. А теперь пора делать ноги. Нам тут повалить надо. А как? Куда? Вот сюда. А, нет, наоборот, сюда.
Я пошел, забрал запчасти, которые были. Ребят, вы куда? Все, бежим. Там валялись мусор всякий. А куда бежать-то? Вот, вот, за мной, обратно. Где я? Голые. Ух, блядь. На самом деле мы можем тупо пробежать. Ну давайте или просто нет? Побежим. Или нет? Да, только я сейчас откисну, походу, таким темпом. Да все правильно. Не, нормально, нормально бежишь. Блин, мне бы как-нибудь прохилиться немножко. Пизде. Я сейчас включил эту карту, я хер. Блин, я еще выдохся. Какая долгая лестница. Ой, бля. А у меня моя еще устала как сильно. Я сейчас просто иду, как бы, чтобы это, отдохнуть. Вы мне что, бежать не иду. Да, уже попил. Я еще самый последний, походу, бегу. Да, там еще сверху терминаторы, кстати. Бля. Давай. А ты нас бы закрыл еще сейчас. Фигануло-то. Я вот этого сейчас не ожидал. У нас сейчас сверху три терминатора. Ага. Один уже здесь, кстати. Да? Это толстый. Где? Да неплохо, неплохо. Ой, стой, стой, там граната. Я что-то рановато кинул. Вот он. Ну а похари твари. Ну у меня тоже, кстати, три штука свои. Ну какой-то лёгкий. Что-то мы тут сегодня наидели. А еще один! А вот это уже не очень хорошо. Раса будет классно. Блин, лёгкий ранен. Ой, блядь. Блин, я начал лечиться. Такой на лестнице ставим, начался. Еще один! И я тут еще не упал. Еще один остался. Не расслабляем булки. Граната пошла. Сейчас гранатометом его. Скажи, ку-ку, тварь. Да. Под это вообще офигенно. На еще, тварь. Блин, ну это раз хреново выстрелить. Ай-ай-ай-ай. Заряжаю мощный выстрел. А, все, блин. А я мощный выстрел зарядил. У меня, короче, знаешь, чем мощный выстрел делаю? Он перезаряжает оружие. И, знаешь, вот вместо 10 выстрелов делаю, допустим, 3 выстрела. Эти 3 выстрела как по мощности, как все 10. Сразу. То есть он увеличенный урон. Я тут? Меня слышно? Да, да, слышно. Да, 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 все нормально, слышно. Ну это было эпичненько, конечно. Так, подожди, а где ты? А, вы уже вернулись в этот. Да, ну не, я сейчас уже буду выходить. Ага.
Телепортируюсь. Ира, ты сюжетку не проходил вообще? Сюжетку этой игры? Да, да, да. Проходила немножко с ребят. Ну да, да, да. Не, я просто спрашиваю. Я думаю, тогда пока тебя не будет, я пойду сюжетку проходить. Да, поиграй сюжетку. Подниму себе левел как раз. Все, я ты готов. Разговаривай. Ира тут стоит еще. Я вообще-то уже тэпнулась. Нет, я имею в виду здесь стоит в Эдгире. В самом начале. Ну это было прикольно, мне понравилось. Ну да, да. Очень прикольно сделано. После этого все остальные будут казаться очень легкими, мне кажется. Ты права. Да. Твоя программа нашла целый рассадник роботов. Оказалось, что Т-800-е строили завод. Для сборки таких же. Чтобы убить все живое на архипелаге. Полное уничтожение. Уже не важно. Я уничтожил завод. То есть? Все, солдат. Задача выполнена. Но... я не погибла. Отлично. Эй. Твое будущее в твоих руках. Останься в Эдгине. Место-то хорошее. Я просто никогда не думала, что дальше. Самое время начать. И хватит пугать всех концов. Там еще четыре миссии, о чем они говорят, блин. Сейчас, вижу, подожди. Чтобы ты улыбалась. Суть в том, что, короче, нам там в будущем дали часто 5 заданий. Мечтаю. И мы выполнили самое последнее. Да. Как бы я смогу. Шли по очереди. Пожить нормально. Просто ну, мило. Это да, но это тупо вот, что нам дают сразу 5 таких. Обычно мне должны давать цепочкой. Тут пока не выполнишь одно, не выполнится другое. Это более правильно. По сравнению с будущим. Либо хотя бы давали 4 первых, тут 5 ты не можешь выполнить, пока не выполнишь эти 4. Вот так могли. Это было более как бы, прикольно смотрелось это. Да, а так мы типа все сделали, типа мы уже все спасли, но терминал бегает повсюду. Как бы вот у нас еще. Еще больше. Да. Да, у меня еще, кстати, с ней. Я еще раз. Нихера, что мне дали? Мне фиолетовую шмотку дали на этот. Гранатомет какой-то. Дерьмовый, типа, ну, пласта там, но... Ой, да. Типа, какой-то вроде крутой. Я, наверное, буду выходить. Да, давай. Вот. Блин, почему это? Не знаю, может быть, еще вечером. 8-9. Ну я напишу, если что. Ладно, всем пока. Да, давай, пока. Угу. Фу, сколько тут всего-то на самом деле.